Стадион «Спартак» в Звенигороде был открыт к 870-летию города после реконструкции, проведенной в рамках госпрограммы «Спорт Подмосковья». Торжественное открытие вместе с легендами российского футбола посетили глава Одинцовского округа, секретарь местного отделения «Единой России» Андрей Иванов и министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов. Партийный контроль за ходом работ осуществлялся в рамках реализации проекта «Детский спорт» и отработки наказов, включенных в народную программу партии. Стадион оснащен футбольным полем с искусственным газоном, трибунами, беговыми дорожками и прыжковой зоной. На территории размещена многофункциональная хоккейная коробка, площадки для игровых видов спорта, занятий на тренажерах, воркаута и сдачи нормативов ГТО, а также теннисный корт, скейт-парк и парковка на 45 мест. Теперь возможности стадиона позволяют охватить практически все возрастные группы населения. Кроме того, вдоль набережной Москвы-реки сейчас обустраивается прогулочная зона с освещением и видовыми площадками.